Митя Кулик, композитор, замечательный человек, о котором мы сегодня узнаем из его музыки больше, чем из любых слов. Митя Кулик из музыкальной семьи, если понимать это шире, чем это обычно принято. В стихах отца Александра Гуревича, который рано ушел из жизни, запечатлены студенческие годы будущего композитора. Я прочту две строфы из этого стихотворения. «Просыпаюсь вслед за фортепиано и слежу, как речь его течет. Это сын по темам Иоганна Себастьяна должен сдать зачет. Возникают страсти по Матфею сразу же за мессой си минор. Про себя пытаюсь, как умею, спеть за всех, за тенора и хор». Это слова Александра Гуревича, как я уже сказал, поэта, переводчика. Он прекрасно знал английский язык. Стихи о сыне, о Мите Кулике. Так вот, «Спеть за всех» выпало Дмитрию Кулику. Среди его сочинений множество произведений самых разных жанров. Это и вокальные циклы, гарики на стихи Игоря Губермана, известные его циклы гариков, для тенора и инструментального ансамбля. Для этого же состава написаны песни такие, вокальные циклы на стихи Козьмы Прудкова. Понятно, почему Козьма Прудков и Игорь Губерман, естественно, стоят рядом в жанре, в родственных жанрах. Вообще юмор, гротеск близки дарованию Мити. Он искал крупицы смешного, парадоксального, гротескного не только в словах, но и в необычных тембрах, в колючих ритмах. Вы услышите это сегодня. Он искал экспрессию в токатных пассажах, в инструментальных наигрышах или пьесах, по-английски названы «feelings», то есть настроениях. Он находил опору и в фольклорных мотивах. Вы услышите сегодня это в произведениях, о которых, может быть, чуть подробнее каждый раз предваряя, я скажу. Нам предстоит все это услышать в сегодняшнем концерте. Я хочу представить вам первый номер. Концерт открывает Наталья Гергиева, которая исполнит три прелюдии фортепиано Дмитрия Кулика. Thank you.
Сейчас вы услышите две фуги для фортепиано, которые следуют Баховскому завету. Ведь фуга – это форма, в которой композитор провозглашает некий тезис.
инструментальной, будь это мелодическая тема или даже гармоническая последовательность, а потом этот тезис на протяжении некоторого времени многократно повторяется, высвечивается, эта тема обретает мощь и в конечном счете утверждается. Thank you.
Thank you.
ищет пьесу с трогательным названием. Пьеса памяти папы. Митя написал ее, когда не стало отца Александра Гуревича. Пьеса для фортепиано. Элегия печальная, сдержанная. Только в какой-то момент в кульминации не очень сильный выплеск горестный. А потом опять ниспадающая такая печальная интонация, эпитафия отцу. Она прозвучит в заключение сегодняшнего вечера, как эпитафия и отцу, и сыну. Спасибо. Исполняет Елизавета Панченко.